Всем привет, дорогие зрители, дорогие подписчики канала. Сегодня мы продолжаем проходить игру Far Cry 3. Мы направляемся к Цитре. А так, у нее там вроде точка перемещения есть или нет? Наверное, нет. Поэтому сейчас переместимся. Все сделаем быстро. Ага. Сейчас все сделаем. А, ну что ж, сегодня у нас прохождение нашей любимой сюжетки игры. Надеюсь, все будет норм. Так, закупаемся. Закупаемся. Мы же в прошлой серии на охоте все потратили. Кстати, не так много. Только стрелы. Ха-ха. Так, здесь у нас все по Ашмону на ужасе. Все нормально, все в порядке. Че у нас здесь? А, грузовичок помню. Может быть, я играл не на запись. Может, на записи здесь был много раз. Я уже как бы путаюсь, на запись ли я играл или нет. Однако грузовик я настолько прям... Я его разобрал по частям практически. Так, кто там так газует? Не можем по шоссе ходить? А то сейчас собьет какой-нибудь ублюдок. А если они сбивают на тачке, то это смертельно. Знаете, и не будьте такими дебилами, как я. Так, ух ты, смотрите, тут что-то типа пещеры, что ли? Интересно, слушайте. Я бы посмотрел, я бы... Да, охренительная пещера. Я вам скажу. Зажигалка без бензина. Офигенно, клад супер просто. Мы тащевые. Мы тащевые, ребята. Раз, два, три. Влазь. Так, здесь, собственно... Ух, твою мать. Откуда вы взялись-то? Ай, бичес. Я выстрел в голову сделал даже. В расход меня? Да ты сам, сука, ты что делаешь-то? Кстати, казуар там тоже нужен, по-моему. Кого мы сейчас завалили? Что за нахрен? Ай. Прочный бумажник можно изготовить. Сейчас изготовим. Я не знаю, сами они нарвались. Так, сейчас кожа казуара. Значит, мы можем сделать что-то... Прочный бумажник, да, какой-то? Бумажник, давай. Давай бумажник сделаем. Теперь мы можем 4000 таскать. Охренительно. У нас только денег нету. И не будет, я думаю. Так, но опять же стрелу мы... А, нет, нормально, с нами стрела. Это даже довольно-таки классная особенность, то, что можно забирать стрелы, куда бы они ни попали. Вот я сейчас... Нет, я не буду стрелять. Закосячу еще. В любом случае, закосячу. Если я что-то захотел сделать специально, чтобы потом, типа, выеживаться, я круто-то, все такое. Это значит, что я обязательно лоханусь. Кстати, я вижу храм, а мы должны встретиться где-то в том... Вон там месте. А тут храм. А мы встретиться тут должны. А, нет, тут тоже какой-то храм. Надо будет туда сходить, ребят. А после задания. Что-то очень интересно стало. Тут, кстати, очень много особенностей, как бы, реликвий Первой мировой войны. Эйсон, Второй мировой войны. Спокойно, чтобы видели. Терпение. Деннис! Кто рядом с тобой? Молодой воин! Я хочу представить его Цитре! Ходите! За мной! Нифига себе! Кто открыл дверь? Сюда! Не отставай! Да пошел ты в жопу! Я тебя сейчас застрелю, понял? Я все могу. Так, ладно, давайте пробежимся пока что. Пока он там идет, мы лучше потом подождем. Здорово, чувак. Я тебя выше, походу. Брательник, чё ты далеко? Вот, ты уже тут. Давай.
Где моя цитрочка? Где моя цитрочка? Ты привел сюда постороннего. Я нашел того, кто не подведет. Назад! Берханти! Берханти! О, май нига. Я видел тебя в трейлере игры. И не только. Хо. Покажи свою руку. Fuck you! Я о нем уже говорил. Ай. Разве в Америке учат говорить без разрешения? Да, нормально все. Во Франции. Самопанка Бауа. Чё ты сказала? Самопанка Бауа. Это на каком языке вообще? Ты храбр, если смеешься в лицо смерти. У тебя есть андрек гласные. Искусно. Я отдам их тебе, когда срежу. Эй, ты что делаешь? Я думал, ты любишь шутки. По-моему, меня расперло от твоей шутки. Мало кто из посторонних видел. Я же обосрался. И лишь немногие были внутри. Зачем ты здесь? Я ищу силу, чтобы победить Васа и спасти друзей. Это все. Я не поведу в бой свой войско ради тебя. Ты Агнец. Ты не один из нас. Тогда я стану воином. Хм, очень смешно. Уходи. У него мой брат. Вас? Я готов на все, чтобы вернуть его. Дариканса Херба. Хватит говорить что-то на своем вымышленном языке. Принеси мне то, что потерял. И мы поговорим. Ух ты! Да, Цитра заметила твой пыл. Принеси то, что потеряно. Что она имела в виду? Выпей, и ответ придет сам собой. Что? Это не опасно? Тебе говорит страх. Тебе же нужны силы, чтобы спасти друзей. Да. Тогда пей. Окей, мой растаманский друг. Мы бухнем. Походу, нас накрыло. Мы часто сдерживаем себя. Представь, как можно быстро достичь успеха, если делать то, что желаешь. Чем происходит, мать твою? А, загрузка. Ага, загрузка, мать твою. Какого хрена? У тебя явно глюки, мать твою. Чё за херня, други мои? Чё за херня? Вот, ты уже там, ни хрена ты шустрый. Стой, погоди, погоди. Братишка. Охренеть. По-моему, нам подсыпали какой-то дури. И от этой дури нас сильно вштырит. Ты где есть? Что? Че, еще затянулся? По-моему, он дыхнул. Он, по-моему, еще затяжку сделал. Какого хрена? Че, ты куда? Ты не в рай, не надо в рай, мать твою. Какого хрена? Белый свет. Че за херня? What the fuck are you doing? А мне хорошо.
А мне хорош. Ох. Ты чего такой неласковый, а? Что за херня? Я так понимаю, это что-то вроде типа каких-то воспоминаний. Нет, или. Че это такое? Смотрите. Охренеть. Нифига нас, походу, так подштыривает, что мы типа будущее видим, что ли, или чё? Или то, что происходит сейчас, вообще о том, о чем мы реально знать не можем. И чё это за херня? What the fuck, motherfucker, you doing? Какой-то нож. Ой. 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 Мать твою! По-моему, это был сюжет. По-моему, сейчас воскреснем где-нибудь. У няшных поников. Трахай, теряй. Так. Где мы в итоге встанем? Где мы в итоге оклемаемся-то, а? Че ты делал? Ты видел друга и младшего брата Райли. А потом я пошел за человеком. В белом костюме. Я видел трущобы и бар. Было темно и грязно и опасно. И старинный нож? Ага. Да, старинный нож с украшенным лезвием. Откуда ты знаешь? Ты говорил во сне. Это был сон. На территории пиратов есть трущобы. Ладно, значит, не туда. Трущобы большие. Как будешь искать нож? Просто. Начну с человека в белом. У нас все просто, блин. Ну, значит, будем искать, я так понял, то, что нужно Цитре. Привет, да. Опа, Чирик. Опа, хорошо-то как, а. О, как подштырил. Тихо, ублюдки. А я так, нам еще дали какое-то задание. Изнанка города. Значит, осмотрите Бэттаун. И где находится ваш Бэттаун? Оу, полегче. А, не, можно переместиться, я смотрю. Круто. То есть у нас есть перемещение. Но это хорошо сделано. Потому что если бы не было бы перемещения, представляете, сколько бы мы шли. Тем более без карты. А, так, значит, нам, получается, по сну это будем... Город. Прямо как из сна. Будем ориентироваться. Дела здесь вроде не очень. Все нормально, друзья. Значит, у нас там есть где-то задание, что-то стоит метка. Зайдите в бар. Тихо. Не вляпайся ни во что. Ага, бич. Здорово, пенис. Отправляйтесь в Бэттаун, сейчас откроем. Надо найти человека в белом. Окей. Тумон, камон, камон, камон. Ох, мать твою, смотрите, кто пришел. Слыхала, Белоснежки? Да иди ты со своей Белоснежкой. Все время чушь несешь, когда мы играем. О чем ты говоришь? Белоснежка сбежала из лагеря Васа. А теперь он убивает всех мачете. О, хуже тебя никто не рассказывал. Убил всю интригу. Если это правда, придется Хойту вписаться. Хой бы в два счета справился с ним, будь уверен. Наверное, зарубил бы его собственное мачете. Он такое уже сделал с хозяином шахты. Хойт художник. Его он убьет поизящнее. Я прав? Так как, говоришь, он выглядит? Вабан.
Здорово, парень. Хорошая игра. Ну да. Чувак, по-моему... Чувак, стой. Он отведет меня к Киту и Оли. Ага, значит, мы должны за ним следить, что ли? Незаметно проследить за человеком в одежде. Здрасте. Вот он-то мне и нужен. Точно. Я убью тебя, мать твою! Почему я не могу его убить, мать твою? Чтобы меня увидел. Окей, понял. Ну пока и пошли. Бля! Черт, я рванул. Блин, он побежал. Печалечка. И давайте еще раз попробуем. Я думаю, можно будет как на аванпостах все тут побегать, поделать. А потом хуяк и все. И оказываешься уже в другом месте, в другое время. Да пошел ты в жопу. Я вообще с тобой не разговариваю. Оба, череп. Точно. Да, точняк. Опа, черик. Нельзя, чтобы меня убили. Петра усилила свои атаки. Так? Дела крови. Хоть предложил вас у деньги, власть. Я поступил бы так же. Че? Не упускайте из внимания цель. Ага. Так, давай, не застревай в текстуру, гребаный ублюдок. Заметил? Что? Чуть не влип. Тихо. Пора завязывать с кофе. Кроме того, возможно, скоро пойдет дождь. Сезон еще не закончился. И что будешь делать? Тихо, тихо. Представьте так, какой-нибудь чувак будет в вашем городе ходить. Заметил? Нет. Нет, все путем. Пора завязывать с кофе. Да ты достал, ты уже бы завязал. Так, чувак. Ой. Я занят ночью. Ух, у них. Хуя. Тихо. Нет, тут только все путем. Чуть не влип. Старею. Нормально все. Иди, брат. Че остановился-то? Итак, где мои... Тихо. Мне плохо. Меня это не волнует. Ты решил обмануть меня? Мне нехорошо. Тебе нужно лекарство? Прошу, нет. Вот твое лекарство. Он и по ебальнику пописал. Бей бабу по ебалу, бей бабу по ебалу. Так, стоять. Мы тебя не потеряли из виду? Эй. Эй. Отставать. Конченая, что ли? Хотя, вроде таки. Тихо. Что? Чуть не влип. Да отходи ты. Чё ты смотришь? Ты на меня. Он на меня смотрит, но при этом я теряю его из виду. Как я был должен, мать твою, сделать? Все нормально, брат, ты меня не видишь? А как я должен прятаться от него? Он, например, сейчас возьмет и решит посмотреть. Нет, не решил посмотреть. Да я понял, заткнись ты, мать твою. Надо же по препятствиям это все делать. Что? Стою. Хватит озираться по сторонам, дебил, иди домой, к себе. Эй, петух белый. Давай быстрее. Нифига себе, он телепат, смотрите-ка. Незаметно посадите. Так, и чё? Изнанка города. Проникните в хижину. У тебя есть 10
кто ты, пока я не подорвал взрывчатку под столом, и вся эта халупа не разлетелась на кусочки! Боже! Вряд ли. 5 секунд. Джейсон Броди. Братом? Да. Так ты Белоснежка? Да, или нет? Какой ответ меня взорвет? Прагматик. Обнадеживает. Но считаешь ли ты себя патриотом, Броди? Видишь ли, настоящий патриот не тот, кто отдает салют флагу, держа в руке хот-дог перед матчем. Это, простите, лажа полнейшая. Настоящий патриот скорблен леди свободой. Узнав о гибели брата на войне, настоящий патриот спросит: мы победили? И возрадуется вести о победе. Ты настоящий патриот? Или один из тех хиппи, что распускают нюни, когда в магазине кончились носовые платки? Настоящий патриот. Точку. То, что я хотел услышать. Кстати, у вас твой друг Оливер Карсвилл, а я подбираю Киту Рэнзи. Зачем вы их ищете? Моя работа знать все об этом острове. Я могу тебе помочь, но не просто так. Я разыскиваю кое-что. Услуга за услугу. Окей. Ох, ни хрена. Джейсон. Кто ты? Шпион? Не скажу ни да, ни нет. Ладно, шучу. Я работаю на Лэнгли, агент Уиллис Хантли. Отлично. Мне нужно отправить весточку домой. Не выйдет. Я на нелегальном положении. Прямого контакта с управлением нет. Значит, ты тут один? Нет. Ты шутишь? У меня группа. Они в поле, но скоро вернутся. Снимки, которые они прислали, навели конкретный шорох. Всего сказать не могу, но, поверь, дело крупное. Ну, круто. Но мне нужно больше данных от источников. Фламменверфер. Огнемет. Эту красоту изобрели во Фридсленде. Хойт Фолкер. Босс твоего доброго друга Васа. Еще он заправляет крупнейшей шайкой работорговцев в южной части Тихого океана. И к тому же выращивает наркоту. Если поджечь его поля и лодку, он живо примчится на остров. Я получу, что мне нужно, и мы узнаем кое-что о твоих друзьях. Капишь? Нет, итальянские приколы получаются только у итальянцев. Как сусальное золото. Понимаешь, да? В общем, держи ствол. Ух ты. Спасибо. Приятно слышать. И не забудь про лодку. Да, понял. Я тебе доверяю насчет Хойта. Значит так, ну, вроде как можно что-то... Что мы поменяем, ребят, с вами? Я даже не знаю. Давайте вот эту. Печалька то, что лук останется, но... Как бы... Не убудет от этого. Значит так, друзья, у нас с вами новое новое задание. А патрончики к нему есть? Ага, вот оно что даже. Даже так, мать твою. Вот. Я буду подыгрывать, так. Пока это помогает мне найти друзей. Может, Дэнни знает что-то о Хойте? Эй, Деннис! Джейсон, что нашел? Видение указало мне на человека в белом. Кажется, он шпион вроде. Странно. Я никогда не слышал о нем. Итак. Он рассказал мне о боссе Васа. Хойте. Хойт Волкер. Берегите его, Джейсон. Ты думаешь, Вас дёрнутый. Но все зло на острове идет от Хойта. Уносил у Васа его разум. Это он, кукловод. Ух ты! Значит так, друзья, у нас миссия называется «Осиное гнездо». Доберитесь до плантации наркотиков. Чем мы и займемся? Оно, наверное, займемся. Не знаю, в этой серии резонно ли нам делать, я уже не знаю, я за временем не слежу, поэтому я как бы не в курсе, сколько мы с вами, ребят, пишем. Честно, не знаю вообще. Ух ты. Что за херня? 777 метров. А давайте, ребят, все-таки попробуем
а сегодня это все сделать. Че нам стоит? А, тем более, что плантацию наркотиков будем сжечь, друзья. Я думаю, будет весело. Эхе-хей. Всем бы такие игры, во всем бы такие игры поиграть, а. Пока что вообще все охренительно просто. Лично мне нравится игра. Тащевая. Уже вон какая вот у нас. Рука вся в татау. Татау. Интересно, если мы туда полетим, что будет? Как мы потом оттуда выберемся? Или нас поди это... Утонем и закинет нас куда подальше. Кстати, мы вполне можем туда удалететь. Интересно, это кто такие-то? Наверное, пираты. Плантация наркотиков, значит, вы говорите. Ну что ж, если плантация наркотиков, то сегодня мы будем жечь. Не по-детски. Тихо, тихо, тихо. Доберитесь до плантации наркотиков. Опа, все, парашют. Печалька. Он упал. А в чем вообще прикол? Почему я поменял именно лук? Ну, потому что, скорее всего, стелса в этом задании не будет. У меня подозрение, что сегодня мы будем только воевать. Так, там что-то горит. Ну, в смысле... О, тише. Тише, мальчик. Джейсон, извините. Ой, надо вправить. У меня уже язык путается. Я не знаю, сколько я уже играю в Far Cry 3. Не знаю, наверное, часов 6 уже рубаю в него. Или нет, или... А может и больше, а может и меньше. Не знаю, но именно сегодня я играл, наверное, часа 3 только. И уже несколько серий записал, у меня уже язык заплетается, так что я думаю, это последняя серия. А я больше как бы задолбался уже играть, если честно. Оу! Будет весело. Ой, будет веселуха, адовая. Уничтожьте плантации наркотиков. О, как же круто, а? Ебичес. Во-во-во-во-во, брат, полегче. Опа, черек. Во, вот это тащевая миссия, конечно. Блин. Ебичес. Бабах, мать твою. Кстати, мы горим. Ебичес. Да блин, что ж такое? Капец, еще такой дабстепчик стоит. Че это такое? Ничего. О, нас еще и накрыло. Ее, вот это тащево, реально. Ребят, мне все нравится. Охренительно. Бля, говно. На, сволочь. Тупая мразина, а. Давайте. Ебича, смотрите, как мы, что мы делаем. Смотрите, нас, по-моему, вообще накрыло. Че, наркота, поди, называется что-то типа Хитмана, бля. Это уже третье. Да, бичес. Вот так как-то, да? Е, братья мои. О, смотрю. Вот это по-нашему, а! Вот это тащево.
Ебёныч! Нас накрыло, мы вообще злые, как мать твою, не знаю кто. Жалко только, что патроны закончились. Говно. Говнюк! Все нас накрыло, мы сейчас будем как Чак Норрис. Ты что делаешь? Ты что себе позволяешь, мать твою? Ой-ой-ой, это был дробовик, сори. Ой-ой-ой-ой. Только бы не сдохнуть. Ты меня не догонишь. Вот так ты первый. Вот так второй. Ой, ребят, мне это нравится. Мне это нравится, друзья. Ей, бичес, сюда давай. Давай сюда. Давай сюда. И давай вот сюда. Все, у нас больше нету. Ловите, а? Братья мои, а? Как же мне нравится, ребята, а? Ой, как охренительно, а? Как же охренительно все-таки, а? Смотрите, что происходит, а, мать твою. А у нас же еще есть огнемет. Все, мы все сожгли. Ебичес. Е-е-е-е-е-е-е. Кто-то хотел позалупаться на меня. По-моему, вы дозалупались, друзья мои. Ебичес. Черт. Тихо. Ай-яй-яй, горим, горим. Давай, 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 давай. Тихо, у нас есть. По-моему, тут просто отжигаем, а? Охренительная миссия, ребят, мне вообще нравится. Такое веселье, давно такого веселья не было. Просто в одиночной миссии, давно так не было. Ей-ей-ей-ей-ей, гори в аду, мать твою. А он чё, не сгорел? Все, горишь, брат мой? Горит, брат мой. О! Просто так. Так и я смотрю, нас что-то сильно не накрыло. Опа, чирик. Ай, бичес. Так, ща мы такое веселье, ребят, реально тащит миссия, конечно. Вот после такого можно проходить Far Cry вообще без остановки. Особенно еще такой дабстепчик включить, охренительно просто. Падла здесь. Ох, мать твою, вас там, а. Значит, будем шмонаться сейчас. Так, братка, мы тебя шмонанем, потому что мне нужны как бы гранаты. У тебя есть, может, что-нибудь? О, какой... Реально очень тащит миссия. Мне нравится все. Мне все нравится, друзья мои. Да, я здесь, братья. Сейчас я вас, в ваших друзьях, плутаю. Ваших... Вот, смотрите, ребят, мы просто их перевалили всех. Когда мы это успели сделать, я не помню вообще. Нас, по-моему, так накрыло, что мы просто... Помним только начало битвы и конец битвы. А то, что тут происходило, вообще полный трешняк. Мы этого просто не запомнили. Так, мы ничего не забрали, я смотрю, да? Ей, бичес, все. Это называется. Е-е-е-е-е-е. Сейчас мы зажгем, ребят. Сейчас мы так зажгем, мы, мать твою. Давай, перезаряжай. У нас есть снайперка теперь еще. Давай взгляни. Так, мы здесь все взяли. Охренительно. Обожаю, ребят. Сейчас все будем.
Это Моуза. Вот так, братка. О, смотрите, там, по-моему, бля. Да там, по-моему, пулеметчик идет. Как его жечь, жечь его будем, короче. Твою мать. Вот так вот мы тебя будем, короче. Хорошо, брат. Хорошо горится. Вот так, брат. Охренительно. Вот как надо, а. Вот как надо воевать. Смотрите, что там. Ага, окей. Как ты это будешь делать? Тихо, тихо, отойди от меня. Смотрите. Так, давай, убери. Опа, чирик. Все, ребят. Охренительное задание. Я, мать твою, в восторге просто. Я в таком... Это было классно, ребят. Вот кто не согласится, что это было вообще дерьмо? Кто... Кто согласится? Да, то, что это вообще охренительное задание. Кто скажет, что задание дерьмо? Я не знаю, до сих пор под впечатлением. Мне понравилось. Дабстепчик классный. А все на уровне. Понравилось вообще классно. Все, все прикольно было. Так, я думаю, мне больше понравилось с огнеметом. Особенно под конец, когда патроны закончились. Но зато... Мать твою, как мы здесь отжигали. Все... Все сожгли. Все, мать твою, сожгли, а? Где там у нас... Да. Ой, мне понравилось, друзья. Мне все понравилось. Ну что ж, ребят, вот на такой ноте можно заканчивать. Я не знаю, на самом деле-то очень-очень хочется пройти это еще раз. А, испытать такие... Ну, конечно, это повторно не испытаешь. Но, однако, было зашибенно, я вам скажу, да? Ну что ж, всем пока-пока, ребят. Удачного вам дня. Говно.